Это второе видео по приезду из Нижнего Новгорода. Я зашел в сад. Вот они со мной гуляют, смотрят. Серега, ты туда пошел, да? Ну да. Сейчас я подойду тогда. Там расскажешь мне. Серега подошел. Говорит, что уже виноград начал спеть. Там, ну, другой сорт. Тут мы сорвали один. Отвезли в Нижний, а это уже другие сорта. Ой, а здесь все заросло. Дёрин как зарос. Ну что, пошли, господа. Пойдем. Они вот меня сопровождают. Марсик, а где Жорик? Жорик! Жоржик! Вон Марсюха. Марсюха! Ну иди, ты ж соскучился. Марсик, быстрее. Марсюха, соскучился, говорят, не ел последние дни. А совершенно интересно, Саша рассказывал, когда он мне звонил, я уже в Тихорецке был, ну, 60 километров отсюда. Марсик так обрадовался, подбежал, что-то этим сказал, как они начали крутиться в танце. И он, Саша, говорит, я в шоке, говорит, неужели они понимают человеческую речь тут? А я еще им сказал, ну вот, хозяин ваш уже там приближается. И они просто буквально прям затанцевали. Пойдем, Жоржик. Ух ты! Бузина какая. А мы в детстве ели ее. Я сейчас съем. Вот они. Ой, руки такие мажутся, как чернила. Ну что, приближаясь к Кузе. Кузю неделю не видел. Кузя, где ты? Вот он стоит. Кузя, видите? Ну вот, Кузька. Вот он, да, Серёга? Ну да. А я им корм сыпану. Сыпану. А если ты его с очком? А вон и кузина, вон и хвостик вижу. Серёж, как-нибудь его можно с очком немножечко так? Ну, чтобы человечество увидело. А то его уже земляне неделю целую не видели. Ну-ка, давай, вон он. Видишь, да? Или подгони ко мне его. Идет? А ты его видишь? О! Мирка, а ты без меня купалась? Сейчас, пока, Серега. Сереж, ну ты если что, выдвинь этот телескоп, чтобы... Вот она, рыбка. Кузеуловителем не стали пользоваться? А, вон он. Ну, сейчас он куда-нибудь на мель выйдет. Хочется показать его. Ну, что ж он... Сделали теперь, видите, изменили же пруд. Теперь он в яму чаще заходит. Вода холодная, Сереж, я не пробую. Да вода, тем более после дождя. А, после дождя. Ну что, не видать, да? Не, убежал. Мирка, давай его загоняй. Убежал, тебя увидел и убежал. Они хоть без нас ходили сюда, Сереж? Ходили сюда на пруд? Да. Приходили? Да, Мирка обычно раз и зашла туда. Ну, это ее вот коса. Миркина коса. Видите, она полукругом такая коса. Отмель. Отмель называют косой. Ну, у нас так называют. Может быть, в других местах по-другому. Убежал? Да, что-то не видно. Ты что там за звуки издаешь? Ну, Кузя, а? Ах ты, предатель. Я, главное, приехал. Думаю, ну, сейчас проведаю Кузю. А Кузя... Какой?
не соскучился, что ли. Может, он скажет, ну, слава богу, уехал хозяин, и никто меня кузи-уловителем не шевелит. Вот он, кузи-уловитель. Да мы его и не трогаем сейчас, и не применяем. Ну, ладно, Сереж, может, тогда этот водичка посветлее будет? Что тут, сделайте что-нибудь, да? Чистили давно? Да, на той неделе чистили. На той, а что-то она мутненькая. А у меня такое ощущение, что это изы здесь. Зелень пропала. Ну. А, известь, ты думаешь, да? А зелень, а ты с того пруда сюда ведерко в это вылей, сходи. А потом будем мотать здесь, чтобы зелень убрать. А что ж тогда мутная вода? Как быть тогда? Рыбу не видно. Смысл этого пруда, если мы не видим рыбу? А, вон на кучке. Вот он. Давай, давай. Вышел. Кузя, вон мы тебя видим. Ну, я-то вижу. Чутье у меня. Вот, Серёж, давай его оттуда, с глубины. Видишь он? Вот он, пошел. А, ах ты, он сразу в яму. Ах ты, хитрец, вот. А эта помощница прибежала. Как же без нее? Не, он все, он сразу в яму. Ах ты, Кузя. Он понял, что туда можно уйти. Раньше ж туда нельзя было заходить в яму. Ну да, раньше он... Было да, а тут он сразу тык и все. И раньше, когда высокие были здесь, эти борта, он. Ну что? Вот, вот, вижу. Вон он. Кузя. Вот. Ну что? Вот он. Вот, хвостик. Кузя, дай я тебе за хвостик. О, какой большой Серега стал. Слушай, ничего себе. Кузя. Ушел. Ничего себе. Ого. Фух, Жень, я аж мокрый стал. Вон он пошел, вон. Вон, видишь? Слушай, так он... Ну, не знаю, ну... Вот он, давай. Придержи его. Мирка, бегом. Вот он. Ты что делаешь? Ушел. Ты видел, как хвостом? Фух. Ну вот, а я думал, мы не покажем Кузю. А Мирка-то, Лень, она заинтересовалась. Жорик, иди быстрее, тут чудеса творятся. Но она-то ничего ему не сделает, она даже его укусить не сможет. Ну как он хвостом, слышишь? Как это, как подводная лодка этим пропеллером. Как, фу, ну хватит. Хватит, все. Посмотрели, Кузя. Ой. Перекур.